Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Darkness 2. В последней серии нас поджарили вот на этой штуке и забрали у нас тьму, но наш дружок Варфоломей нас спас. И теперь, в принципе, нам нужно выбираться и спасти, забрать обратно тьму, потому что у тьмы Дженни, как бы там ни было, все у нас получится. Тьмы у нас нет, оружия нет, и если нас сейчас убьют, то нас просто убьют, похоже. Why does this place look familiar? Так, что это такое вообще? Father's office. What are these assholes doing in my old house? Yeah, you're back home, mate. Could use some dusting, don't mind me saying. This was Pop's old gun. He was a collector. Yeah, he collected guns and darkness relics. He was a darkness expert, that one was. Yeah, for all the good it did him. He was trying to help you, monkey. Винчестер, офигеть. Так, ну что-то насчет папаши начинает проясняться. Еще одна реликвия. Ну, давайте начинать. Что за кнопка? Вроде ничего. Ох, Винчестер тащит. Давай, вылезай. Так, Слим Пик говорить, давайте. Давай, 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 братья. Да, вот с этой пушки стрелять сплошное удовольствие. Ногу просто в дребезги. Так, хорошо. Тихо-тихо, ребята, без нервов. Я уже не носитель тьмы. Хватит меня так называть. Блин, ну пушка просто какой-то огонь вообще. Дайте мне еще патронов под нее, пожалуйста. А то я не хочу вторую ругу брать у МП. У МП уже поднадоел. Он очень слабый. Yes, that's it. Give it to me. I need it. Break him. You may use his corpse as you please. Hello, pretty boy. Это кто? Go and play, my pets. Now you will see. Пивиш какой-то не особо. Jesus, do you ever shut up? Так, это будет геморройно, я так чувствую. Тихо, тихо, тихо.
Хорошо. Давай, давай, дружок, вылезай. Are you crying? Ну давай, ну. Так, 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 далеко не убежишь. Сейчас меня долбанут, но я это переживу. А я лучше в тебя буду целиться. Да твою мать! Что-то вообще слишком, слишком уж хорошо по мне прошлось. Так, треть сейчас мы ему снесем уже практически. Нормально, отступаем пока что. Нужно маленько отсидеться. Так, ну если так будет продолжаться, это в принципе главное не сглупить, а так ничего сложного особо нет. Тихо, 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 без нервов, ребятушки. Понятно. Проблемы. Че, не нравится, братин? Блин. Надо маленько отсидеться. Так, еще надо маленько отсидеться. Фу. Здоровье, похоже, больше восстанавливаться-то не хочет, да? Давай, давай, давай. Почти готов. Все, хорошо. Несложно было. Скорее просто монотонно и слегка тупо. Ну ладно. Давай обратно. О, другой разговор. Теперь он точно хана. Если, конечно, вас опять не надо будет засаживать порошкового врага, и вы не будете все с фонариками. What you got there is darkness powers, all right, but you don't got no darkness inside you to power it. Как скажешь, как скажешь. Фу, так. Но хара, ребят, затягивает, то уже одно и то же, ёлы-палы. Я уже третью серию говорю, сейчас будет финал. Вот эти вот события, которые в последних двух сериях творились, их можно было бы вместить в одну серию, если бы это была нормальная игра, а не эта перезатянутая, я не скажу, что. То есть как, мне сюжет до сих пор интересен, я хочу узнать, чем это закончится. Но вот то, что они вставили между каждыми двумя маломальски значимыми событиями, я пока ничего не буду покупать.
по огромной толпе врагов, которых нужно монотонно убивать в течение получаса. Это, по-моему, не очень хорошо. Пока что это главная претензия к игре. Ну, если не учитывать, конечно, общую ее несерьезность по сравнению с первой частью. Надо винчестер обратно взять. Винчестер здесь просто огонь. Расстояние маленькое не то, конечно. Серпигл, что ли, взять? Сколько ж ты можешь выстрелов, ты выйдешь, тебе с крупнокалиберного пистолета. Ой-ой-ой-ой-ой. О, блин, теперь ты самый нелюбимый мой враг. Получи, противня, и распишись. Чё творишь там, блин, а? Психопат. На улице день уже, пока мы тут вошкаемся. Входим. Но твою мать. Да хватай ты его, хватай. Хорошо. Теперь другой вопрос. Он у меня выдернул винчестер. Где мне его искать? Да блин, а что ж такое? Где это я вообще? Какой хрен я сюда попал? Слушай, ты подвинулся. Уф, может он тут внизу где-то мой обрез лежит. Да мне пофигу, мне обрез мой нужен. Ну ладно, похоже, не судьба. Кто мне говорит, чтобы я уходил со света, если тьма сейчас не со мной? Может, у меня все. Так, ну, понятное дело, это далеко не тот ответ, да? Да. Ага. Ну, ну чё? Так, ну что, может как-то, ребят, уже к сюжету вернемся. Хватит, может, выкидывать на меня топы врагов, вашу мать. Да вставайте. I'm coming, you bastard. Чё так громко-то? Yes.
Так, давайте что-нибудь купим. Мне, честно говоря, вообще без разницы, потому что они тут особо ничего такого. Вот тьму улучшим, давайте. Ничего особо полезного не предлагают. Да все уже. Я чувствую, тут сейчас будет большая заваруха. Просто вот чувствую. И кроме того, тут еще и освещенная очень локация. Welcome home, Jackie. You know your father was obsessed with the darkness? Built this home on sacred ground. Filled it with darkness relics. He meddled with things he didn't understand. His pathetic attempt to control what he could not. What the hell are you talking about? He never told you, did he? No. It drove him insane before you were old enough to understand. He reached out to us many years ago. He'd heard of the cipher and was desperate to find it. Your father wanted a cure for the darkness. He wanted a cure for his little boy. Isn't that sweet? Bullshit! He promised us the darkness if we found the siphon, Jackie. It took us almost 2 decades, but we found the siphon. Now we're here to collect his debt to us. Now we have the darkness, and this world will burn and kneel before its true god! Keep clinging to what little dark essence is left inside you. I can sense it leaving you as I speak. Even if you survive this, I just have to wait until your batteries run out. Please take care of our little friend here. When he is broken, bring him to me. Ого, я уже чувствую, каким геморроем это будет. А тебя не действует, что ли? Так. Да. Придется потрахаться. Падай, падай, падай. Так, ну что? Не так уж и сложно было, как я думал. Где? Так, еще кто? Опять ты. Ага. Хватит отбирать у меня оружие. Опа. Так, ну все, вы успокоились, нет? Мне скоро можно будет предсказателю подаваться.
Я же сказал, они сейчас будут 10 минут на меня уваливать. Это однообразные порции врагов. Это называется игра на затягивание. Делать, конечно. Ну ладно, сработало и ладно. Так. Закончить, нет, ребятушки? Уничтожить засаду. Да это уже не засада, это... целая, блин, группировка. Ой, блин, какие неприятные враги. Сейчас меня убьют, да. Твою мать. Это бред какой-то. Почему? Это просто хер. Джагнер! Чё, по новому всё? Или как? Да нет. Вроде как. Вроде сразу пошли сильные враги. Да твою мать. Ах. Ничего. Все разберемся. Твою мать, дохни ты, дохни, давай. Фух. Если кто мне скажет, что это весело, то я даже не знаю, что ответить такому человеку. Че, еще кто-то есть, что ли? Догнать Виктора. А, все понятно. Тоже знал, что у нас тут дверка открылась. Че у нас там хватит? Еще на что-нибудь нет? Вообще от балды взял. Ну, Рой, он так. Можно сказать, что полезен. Можно сказать, что и нет. Блин, я уж думал, я с вами закончил. Да стой ты, мать твою, за ногу. Ой, разработчики просто не знают, когда надо остановиться. Сейчас еще на меня вывалят кучу врагов. Ну да.
так. Не ожидал. Так, патронов нема. Так что пусть они сами ко мне идут. Хорошо. Я его убрать хочу. Уф, ладно. Да твою мать, ну сколько же вас тут? Вообще, это, наверное, одно из тех прохождений, которые я изначально хотел бы сделать на быстрой перемотке. Вот эти все битвы. Но я, пожалуй, не буду этого делать, потому что некоторые люди не поймут. Обычно многие из тех, кто занимается летсплеями, всякое монотонное говно по-быстрому проматывают с помощью ускорения, собственно, воспроизведения. Твою-то мать, но здесь придется проматывать просто всю игру, всю вторую половину, поэтому придется воздержаться. Так, один патрон, шикарно. Возьмем стул. Дадим стул. Тупик. Так, еще давайте на меня врагов 30 вывалите. Ну, как я и говорил. Так, это опасно, это может плохо кончиться, поэтому мы лучше сюда дойдем. Так, сейчас братюня с щитом к нам подойдет. А, он не подойдет, похоже. Неумирающие враги — это отдельный пункт, за который я ненавижу эту игру уже несколько серий. То есть, прежде чем убьешь их, тебе приходится... Ну, видите, да, сколько патронов уходит на одного врага. Да сдохнешь это уже, мать твою, за ногу. Ох. Голову с плеч. Хорошо. Так, иди сюда. Блин, да вас тут до хрена просто. Вы не находите, ребятушки. Дохни, дохни, ты мать твою. Ох, страйкер хотя бы дали, уже хорошо. Ну, теперь, когда нет врагов, мне дали черную дыру. Ладно. Что делаем? Похоже так. Ну да.
Ничего скучнее. Давно я не играл. А, понятно. Подожди, куда у меня страйкер делся? Не надо мне дробовик. Страйкер лучше. Джеки, Джеки, Джеки. This charade has gone on long enough. This instrument wasn't only designed to contain the darkness. It can also destroy the host. Truly destroy the host. Yeah. That's why I'm gonna rip you apart and take it. And what then? What would you do with it? You're not thinking about giving it to the darkness, are you? Do you have any idea what would happen? You know, I could tell you, but it'd be easier just to show you. Arise, my brother. Я так и знал, так и знал. Хороших игр. Бывают продуманные боссы. В плохих играх вместе с боссом вам подсовывают кучу врагов, набегающие, отвлекающие от него. Давайте вспомним, да, Fear 3, допустим. Та же история была, когда тебе нужно было отбиваться от врагов и потом успевать еще задевать там этого профессора, что ли, или какого чудища это. Как тебя убивать вообще? Я бы не сказал, что оно особо отнимает твою жизнь. А, ну потихоньку отнимает, то есть придется тебя долго монотонно стрелять, ладно. Так же долго, похоже. Чем нравится? Еще патроны есть. Так, рубите лезвие. Давай, брателло, вылезай. Пора с этим поканчивать. Покончить или заканчивать? Не поканчивать. Извините меня. А, враги. Так, спина никто не идет. Нет. Подожди, я ж тебя хватал. Уф, так. Хорошо, давайте продолжим, Виктор. Вылезай. Ага, как же. Не та игра, чтоб все так быстро было. Давай, брателла. Так, ну чё, еще врагов на меня вывалите? Или кто-то где-то прячется опять?
хорошо прошел. No. Don't give it to the darkness. Please. It will destroy us all. Yes. Take the siphon. Give me power. Расхерачиваю его о пол. Оп. 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 Хорошо. This is the one thing that can kill me. Here goes nothing. Да. Он сделал маленький не то, на что я рассчитывал. I'm coming for Jerry. Then I'm coming for you. We'll be right back.